Всем привет! И сегодня мы будем перепроходить челленджи Садяна. Ну, все вы знаете Садяна, наверняка, да, там типа Let's Play, вся фигня, пупк, верчат. Вот. Но мы будем перепроходить его челленджи, немножко усложнив его же задания. Мы будем перепроходить их от первого лица, что гораздо сложнее, ибо третье лицо — говно. Как вы могли догадаться, это первый выпуск «Попробуй, повтори». Бу! Народ, очень важно! Так, женщина. Первая хуйня — это лутаем только аирдропы. Угу. Понял, принял. Ебать, только аирдропы, ну ёба народ. Только аирдропы. Ну запрыгивай в центр карты, ищем машину. За каждым аирдропом мы летаем, как за последним. Но не в прямом смысле летаем, ты ж понимаешь мне, да? Вот, на мой метку прыгаем. Так, понял. Блять, ну говно, нахуй. Типа, мы можем, ну понимаешь, что нам нужно войти в топ-10, и тогда мы прошли челлендж. Я прям к машине прилетел. А я не нашел машину. А ты нашел, да? Окей. Да, я прям вообще к ней спустился. Ну, хули. Давай тогда... Фух. Блять, садись. Правильно, давить на машинах мы тоже можем, правильно? Ну, блять, да, мы можем, ну мы ж можем воевать. Едь, блядь, ко мне, собака. Я, блядь, лечу к тебе. Ты лутаешь? Да, 10 раз, блядь, лутаю, нахуй. Посреди поля сбегу к тебе. Так, подожди, тихо. Бензин трать, блядь. Алло, мы лутать его не можем. Бля, может, бензин можно лутать? Нет, пошел нахуй, нет. Окей, ладно. Блядь, так я в круг еду. Я предлагаю заехать в какой-нибудь... Мотоцикл. Ебать, я на трехколесном поеду. Не, мы с тобой оба на нем едем. А, окей. Это конец челленджа. Самолет вижу. Самолет. Так. Блин, блядь! Погоню! Блин, по-моему. Лечу, братик, лечу. Нормально, чем дальше, тем лучше. Ух ты, ёб твою мать. Ебать, братан, ну это уже вообще нахуй не скинул. Он, по-моему, скинул уже давно. Нет! Скинул! Нет, вот! Тут. Мы едем за судьбой. Ебать. Нет, куда? Я сказал не летать. Блять. Тихо. Спокойно. Мы едем за судьбой. Хорошо. Ебать, красная зона, ёбаный. Блять, а это ли не морской? Да пошёл. Нет, хуйня. Нет, это бред. Нельзя так делать, блять. Мы едем за судьбой. Вон он, ещё падает. Нет. Нет, идеально. Ой, блядь. Тем временем, мы уже в топах, типа, 68 челов всего. Мы едем за судьбой. Сука, он не мог прям на нас упасть. Блядь. Как ты это делаешь? Мы встали? Да. Это шутка? Блядь. Чё-то... Аук. Понял тебя. Все, изи, плюс лут. Ну как тебя лут, Дима? А, нормально. Машин нет. Пиздец. Мы едем за судьбой. Короче, на возьми третий шлем, я в маскалате останусь. Вот третий шлем. Сбакован. Одна попытка, помни. Я уже чувствую, как я СВМ с мышки буду хуярить. Бля, идеально. Мы едем за судьбой. Да, бля, алло, машины, пожалуйста. Ну это вообще нахуй не смешно. Мы и так в говне. Стреляют стрел. Я вижу УАЗ, но он хуй знает где. Тогда погнали за тем УАЗом. С трупов тоже нихуя нельзя поднимать, если чё. Да это понятно. Я беру дачу. Едем. Мы проебали аирдроп. Возможно, да. Блять, это ж мы... Если не найдем аптечку в аирдропе, мы не хилиться. Мы нихуя не можем делать, понимаешь? Аирдроп? Блять, или нет? Едешь, что? Нет, справа. Высадка может. Нет, мы их расхуярим сейчас. Где они? Понял. Вон они. Вот, я за ними. Понял тебя. В погоню. Ебать, слез стреляют. А где они, блядь? Я думаю, ну может они левее поехали и по ним постреляли? На колеса. Сосать. Аирдроп. Падает? Ну вот он. 35, левее бери. Еще, едь. Все, справа? Да.
Ты рофлер, бля, что ли? Бля, прикрывай. Там второй, кстати, вон на 185 еще. Пиздец. Я лутаю его, прикрывай. Бля, пиздец, я тебя так прикрывают. Шушу. А, этот, да. Короче, Москва, сейчас возьму. Все. Блядь. Да блядь. Нет, давай, стой, перестань. Все. Пау. Так, играем. Мы поедем затем? Да. Пизда, да. Ой-ой-ой, блядь. Бля, новая машина нужна, пизда. По-моему, нужно искать новую машину. Вот она. Быстрее. Да, сел, успел. Блядь, ёбаная кляча. Блядь, с этих домов ебенят. Сука. Ни разу не попал. Ни разу. Нет, никуда. По машине попал. Разве? Да, хп чуть меньше, не лезь. Одну пульку, наверное. Да ёб твою мать! Остановитесь! Не нужно, да хорош, блядь! Сука, Дима, нахуй ты сюда поехал? Ёб твою... Что такое с тобой, Димочка? Да я хочу, блядь, за аирдропом! Успокойся. Сука, блядь, весь сервер нас пытается убить. Пидорасы, блядь. Ебучие. Два куста едут. Блять, вообще его не вижу, пиздец. Нет, первого лица, по-моему, гораздо сложнее эту всю хуйню делать. Ездить как минимум, блять, сложнее в тысячу раз. Нет, разобьемся. Все нормально, это наша позиция теперь до конца. Это было умно. Ну давай, родной, ну уже, блять. Есть! Молись, блять, чтобы там была большая аптечка. Там уже заруба! Там война. Мы не в кругу, надо в круг бежать. У меня осталось 22 патрона. А хп у тебя сколько осталось? Не 22, меньше. Я залез. Блять, в меня дунуть, я упаду. Блять, братан, меня сейчас зажмут с этих лесов. Я не поднялся, это там, где ты. И все. Нормально, красава. Блять, это меня! Но я сказал, ты пиздец. Прощай, мир, блять. Главное в топ-10, блять, войди. Пать! Беги, блядь! Форест, беги! Блять, в говне в кого-нибудь спрячься. Нет, это полное говно. Под Залупинский кому-нибудь спрячься. Тихо. Нет! Нет! Типа тебе! Нет! Есть! Бежит! Тихо! Тихо! Там 10, Вадим! Да, мы выиграли. Ты вообще где, блядь? Нет, назад! Аирдроп, блядь! Сосать! Нет! Тихо! Спокойно! Нет, только не в зону! Сука! Все, я топ-6, Вадим, топ-4! Все, сейчас приду! Челлендж номер 2! 2! Ну давай 60 секунд на лут! 60 секунд на лут! Да! Итак, нахуй, следующий челлендж 60 секунд на лут, нахуй! Поехали! Понеслась, блять! Так, вот 4.30, мы сейчас за секунд 30 доедем! Не, мы не доедем! Ну, окей. Походу в 3.30. В 3.30 надо будет засекать. Плевать во сколько. Блять! По-моему, не во сколько. Не, нормально, сейчас встанем. Ёбаный пидорство, блять. Ну, подожди, что, стой, нет, ты, стой. Все, я готов. Давай в 40. В 40 ровно. Давай. В 40 начинаем. 2. 3. Едут! Ко мне едут! Я слышу, Дим, это прекрасно. У нас всего минута на лут. Так что, блять. Пизда! Сори, блядь. Извини, Дима. К тебе? Я одного нокнул. Что, блядь? Сука. Я убил их. Что? Дим, ты сумасшедший? Я не знаю, но у меня, блядь... Дим, сука, Дим, осталось чуть-чуть. Да я знаю. Калаш нашел. Дим, 30 секунд. И я калаш нашел. Блять, да давай ты!
Бля, ёбаные уроды, нахуй, пизда, 15 секунд. Хоть что-то найти. Блять, я ничего уже, по-моему, не успею. Сука. Что это, юмор? Тарелка. Да, блять. 4 секунды. Бери, бери, бери. Все. Все, фу. Дим, и передо мной знаешь что? Что? Две аптечки. Две, вот они, вот. Ну то есть вот. А все, мы больше ничего не можем. У меня тут глушители валяются, все. Поздравляю, Талу до конца игры. Так, у тебя есть 5 бинтов, один энергетик. У меня одна блюталелка, один энергетик. Аккуратней тут, я-то сейчас улетел, охуеть как. Ну я вообще без шута еду, я 70 км еду. Но я все равно улетел. Блять, Вадим, не едь в город, ради, вообще, блять, не едь в город, Вадим, только не в город, понял? Как слышно? Услышал тебя. И трупов мы тоже, да, лутать не можем? Нет, нихуя мы больше лутать не можем. Блять, меня убили, или нет, нет, Вадим, забери, блядь, это по мне, у меня бензина почти нет. У меня немножко осталось. Мне тоже. Да полу-то у меня еще более-менее. Блядь, здесь столько всего сладкого, X6, допустим. У меня нет рюкзака, но у меня есть второй шлем, второй этот, армор. У меня первый армор только и все. Ёбаный рот. Да, это жестко. Может, пойдем за Рашем? Нахуя? Хуй знает. Они в ангаре, они в ангаре. Одного нокнул. Вадим, Рашем. Слышал. Он справа, нокнутый справа. А этот... Он в ангаре. Я понял, да. Рашим его. Одного убил. Тихо, не залегай! О, стреляй! Еще два человека, Вадим, есть дальше. Ну, точнее, не дальше, а вот там, откуда они приехали. Поехали. А, это так... Да ебать! На машинном языке что-то, да, такое? Блядь, Леш, пиздец! Попали по тебе? А, попали. Охуеть. Да ебать, не снайпер. Точно? Точно едешь? Аирдроп. Блять, ебать, ты пролетаешь. Братишка. Счастье. А что аирдроп? Нахуя тебе аирдроп? Я просто развернуться хотел. Ай. Ебать, ты развернулся на пол хп умного ЦК. Ебать. Тихо. Едут. Тебе. К тебе. Я не знаю, Дим. Они заходят. На первый этаж зашли. Ты убил двоих? Нет, одного. Вижу второго. Где? Он подладьёй. Ай, меня нокнул, убил. Забей, все, Вадим, играй один, играй соло. Вот это мув. Сука, какого хуя они на Владью приехали, это, блядь, тупизм ебаный. Сюда? Вадим, сюда. Сиди в доме. Ой, блядь. Так, он убил, скорее всего. Тихо. И вот его убили, Вадим. Вадим, чекай ладью. Там сейчас будет поднимать, скорее всего. Ходу нет. Твою деревню, блядь. Здесь вообще везде типы. Я нахуй, 20 человек живы. Дима, ты глянь на круг. Блядь, ебать ты ворота. Ебать, я лакерич. Что ты сделал? Я выстрелил по нему. Они забыли обо мне. Блядь. Дима не помнит. Север помнит. Бля, нахуй, спрячься, пиздец, другой конец дома. Сука, и следующий круг точно уже не на мне. Ну выходи, беги как-то по кругу, короче, обходи всю эту хуйню. Либо дождись, тут нет, нахуй тебя дождаться вообще нельзя. Беги по кругу просто. Или там противники, Вадим! Я увидел, Дима. По ним хуярят. Осторожно, Вадим, 20 секунд, тебе нужно обходить. 5 секунд. 10 живых, Вадим, мы сделали. Отхуярь их, да в спину зайди им. Просто беги, хорошо, забей, просто беги. Они не ожидают атаки вот эти... Ты посмотри! Они не ожидают атаки. Все бегут, Вадим, все бегут в круг. Вот это твой, левый твой, да. Хуярь. Право теперь. Долбоёбы. Да хуй ты перезаряжаться начал? Вадим, нахуй ты начал перезаряжаться? Вадим! Я почувствовал себя королем! Зачем ты начал перезаряжаться? Я не знаю, я так все хорошо сделал!
Человек перезарядка, ёб твою, о, дебил ебаный, чтоб меня, блядь, драли черти. Ой, нахуй. Да, челленджи получилось всего два, но зато мы дошли до топовых стадий и выполнили оба. Мне кажется, это достойный результат, достойный твоего лайка, подписки, комментария, йоу, ватсап, нига, бич. Жопа! Раз-раз-раз, это хардбас, все в спортивках Адидас, и на Найке пацаны, слушаем хардбас-басы,